Человек мыслит образами или картинками. Ему легче запомнить не философские выкладки, а яркие иллюстрации. Не зря, наверное, говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Чтобы читателю священных текстов Ветхого и Нового Завета было легче понять и представить себе ход библейской истории, издательство «Источник жизни» подготовило специальный атлас. Его автор – доктор богословия Ростислав Волкославский. Все содержание Библии от книги «Бытия» до «Откровения» изложено в виде наглядных рисунков, схем, карт, фотографий и картин. Так что если вы захотите пройтись, например, улицами Древнего Иерусалима, то сможете сделать это с легкостью. План древнего города подскажет вам, где располагался храм, гора Сион, источник и купальня Силаам. Приветствую всех, кто ценит время, а потому выбирает только ценные книги. Кстати, а что может быть общего у города и книги? Кому-то этот вопрос покажется странным, однако мы решили провести небольшое исследование. О его выводах мы и расскажем сегодня. Итак, смотрите, чем похожи город и книга. Древний замок маленького закарпатского городка и Пятикнижье Моисея. Что у них общего? Куда ведут улицы города и дороги Ветхого Завета. Отправляясь в Закарпатье, не забудьте сделать остановку в Мукачево. Здесь находится замок Паланок, один из немногих замков Западной Украины, который сохранился до наших дней. Точная дата его постройки неизвестна, однако о нем уже говорится в документах XI века. Известно, что на рубеже XIV и XV веков им владел подольский князь Федор Корятович. Он значительно увеличил размеры, укрепил замок и сделал его своей резиденцией. В то же время в замке был вырыт колодец глубиной 85 метров. В 1633 году трансильванский князь Герд I Ракоци приобрел Мукачевский замок. Правители династии Ракоци превратили замок в столицу своего княжества и владели им до 1711 года. Но вы можете спросить, а какое отношение история замка имеет к книгам? В древности подобные замки, как замок Паланок в Мукачево, служили своим государям, своим владельцам, прежде всего, защитой. Для окружающих людей это были ориентиры. И, конечно же, вокруг таких замков и образовывались города. Когда я смотрел на этот замок, он мне напомнил о нескольких библейских книгах, которые также в свое время служили защитой, ориентиром, и вокруг них и сформировался весь канон Священного Писания. Что это за несколько библейских книг, спросите вы? Отвечу, это Пятикнижье Моисеева. И у меня в руках Пятикнижье Моисеева в современном переводе на русский язык. Было оно сделано Институтом перевода Библии в Заокском. И скажу, что именно эти 5 книг – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие» – в свое время служили защитой культурных и, главное, религиозных ценностей израильского народа. Также Тора стала частью наследия христианской церкви. И, конечно же, вокруг 5 книг Моисея и было сформировано все Священное Писание. Именно Тору толковал Христос, именно на Тору ссылались апостолы, описывая свои убеждения и стараясь вдохновить верующих первой христианской церкви. Но это еще не все параллели между замком Паланок и Пятикнижьем Моисея. Когда я вошел внутрь, то увидел довольно интересную скульптуру. Сквозь ее крест виден свет. Нечто подобное мы видим в Пятикнижии Моисея. Одно из первых пророчеств о пришествии Мессии Пророка записано в книге «Второзаконие». И вот как оно звучит в новом переводе. «Я пошлю им пророка, подобного тебе, Моисей, одного из братьев твоих израильтян. Вложу в уста его слова мои, и будет он говорить им все, что я повелю ему». Здесь В замке Паланок я по-новому посмотрел на перевод первых 5 книг Ветхого Завета. Скажу, что перевод был сделан в Институте перевода Библии в Заокском под руководством Михаила Петровича Кулакова. Более точный перевод в соответствии с рукописями, найденными в результате последних археологических раскопок, помогает понять настоящий смысл. Вот, к примеру, начало 6 главы книги «Бытие» в переводе под редакцией Михаила Петровича Кулакова. «Людей на земле становилось все больше и больше, и рождались у них дочери, которые были соблазном для чтущих Бога. Тогда сыны Божии, смотря на красоту дочерей человеческих, начали брать их себе в жены, каждый по своему выбору. Тогда сказал Господь: не вечно быть духу моему в противоборстве с человеком, ведь он – плоть, предавшаяся греху. Пусть предел жизни его будет 120 лет. В то время были на земле люди низко падшие, как и после того. Ибо сыны Божии стали жить с дочерьми человеческими, и те рожали им детей. Силой они отличались издревле, своей воинственностью прославились». Вдохнуть воспоминания прошлых эпох древнего замка Паланок в Мукачево лучше всего самому. Так же, как и проникнуть в текст нового перевода Пятикнижия Моисея, нужно в спокойной обстановке. Ведь именно так можно по-настоящему узреть откровение Божие в словах, записанных Моисеем. Мне же остается напомнить, что этот перевод был сделан Институтом перевода Библии в Заокском и отпечатан в типографии издательства «Источник жизни». Владимир Даль, Николай Лесков, Лев Толстой. Эти имена знакомы каждому. Нет такого человека, который не прочел хотя бы одного их произведения. И, конечно же, любой, кто считает себя образованным, должен не только перечитывать их рассказы, повести или романы, но и стараться приучить к чтению произведений русских классиков и своих детей. Именно для этого в издательстве «Источник жизни» был выпущен сборник «Где Бог, там и любовь». В нем собраны лучшие сочинения Льва Толстого, Василия Немировича Данченко, Леонида Андреева, Всеволода Гаршина, Федора Достоевского и многих других. Рассказы, в которых классики выразили христианские ценности, собраны в своего рода хрестоматию для чтения в семейном кругу. Более подробно о книге «Где Бог, там и любовь» мы расскажем в следующих выпусках программы «Страницы для души». Так что не пропустите. В известном советском фильме «Покаяние» бабушка спрашивает, ведет ли эта дорога к храму, на что получает отрицательный ответ. И далее произносит фразу, ставшей крылатой: «А зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» А куда ведут улицы современных городов и куда можно прийти, читая новинки христианских издательств? Продолжаем гулять по городу, который расположен в самом центре Закарпатской области, по городу Мукачево. Советуем начать свое путешествие по Мукачево от памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. От них вы придете к католическому собору и библиотеке. Поверните направо и пройдите мимо 2 красивых церквей. И вы выйдете к памятнику Александру Духновичу, карпаторусскому священнику, поэту и писателю. Находится он на улице Пушкина, которая выведет вас к Русскому драматическому театру и площади Мира. Здесь расположена городская ратуша. Это, конечно же, беглая экскурсия по центру города Мукачево. Но если вы отправляетесь в путешествие по Ветхому Завету, то приготовьтесь к длительному пути. И, кстати, не забудьте взять с собой путеводитель Йохема Даумы. На этот раз голландский богослов берет читателя в самое сложное путешествие. Почему? Потому что жизнь этих пророков и их весть оказала влияние на несколько поколений людей, живущих в разное время. Я говорю о так называемых «больших пророках» – Исае, Иеремии, Иезекииле и Данииле. Вместе их писания составляют 185 глав. Исаию считают евангелистом Ветхого Завета, Даниила – человеком, которому Бог открыл всю историю человечества. В жизни Иеремии находят много сходств со Спасителем Иисусом из Назарета. И, наконец, видения Иезекииля до сих пор не дают покоя всем, кто пытается проникнуть в их смысл. Сначала Йохем Даума предлагает нам отправиться по дороге к пониманию текстов пророка Исаии. Для этого он предлагает разделить книгу пророка Исаии на три части. Первая часть – период ассирийского господства. Во второй части мы оказываемся на 150 лет позже, где нововавилонское царство Навуходоносора и его преемников уже ослабело и готово уступить место мидоперсидскому царству царя Кира. И, наконец, третья часть приводит нас к следующему периоду, в котором еврейские изгнанники возвращаются из плена в Иудею. Голландский богослов не оставляет без внимания характерные черты пророчеств Исаии и одну из главных тем книги «Тему слуги Яхвы», в котором многие видят указания на жизнь и служение Иисуса из Назарета. Впрочем, как и всегда, Йохем Даума особое внимание уделяет связи Ветхого Завета с Новым в разделе «На пути к Новому Завету». Я бы с радостью провел вас и по другим маршрутам к пониманию смысла книг пророка Иеремии, Иезекииля или Даниила. Но опять-таки скажу, что это паломничество вам придется совершить вместе с Йохемом Даумой. Уверяю вас, он поможет вам сформировать правильное понимание исторической ситуации, укажет направления, по которым нужно обязательно пройти, а главное, откроет перед вами ценность исследования пророчеств так называемых «больших пророков». Точно так, как улицы города таят в себе множество интересных открытий, так и на дорогах Ветхого Завета вас ждет немало потрясающих откровений. Главное – возьмите надежного путеводителя. Благо, теперь, благодаря издательству «Коллоквиум», у нас есть серия хороших комментариев «Дорогами Ветхого Завета». Здоровая семья – это не та, в которой нет проблем, но та, которая ищет необходимую помощь для решения проблем. Этой мыслью из книги Кей Кузьмы «Добро пожаловать, малыш» я хотел бы завершить сегодняшний выпуск программы. Мне же остается напомнить, что сегодня мы увидели, что может быть общего у древнего замка и Пятикнижия Моисея, а также совершили небольшое путешествие по городу Мукачево и дорогам Ветхого Завета вместе с Йохемом Даумой. На этом у меня все. Пусть у вас под рукой будут всегда страницы для души.